Бумрак снова. Ждем бросок. Манинин. Перевод и шайба в воротах. 1-0. Саутвилаев реализовывает большинство. Встреча с Словатом. И там уже в последнее время лайфцы одержали победу. 2-1. Разводят сейчас руки в стороны арбитра. Нужно продолжать встречу. Кадейки. Пашнин открыт. И шайба в воротах. 3-0. Михаил Пашнин еще один хоккеист, который свою дебютную шайбу за Салават Гюлаев забрасывает. 3-0. И выход 1-0. Уайт против Мецелы. Мецела справляется с броском 21-го номера нефтехимика. Включается на полную в концовке. И вот момент. Гол! Павел Колинов!